Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Глава республики в интервью федеральному каналу сообщил, что эпидемиологический процесс уже пошел на спад. По его мнению, все это случилось благодаря тому, что в трудный момент Дагестан поддержала вся страна. Васильев отметил, что в республике на сегодняшний день работают 532 предприятия, на которых трудится свыше 60 тысяч человек. За время работы предприятий очагов заражения коронавирусом на них зафиксировано не было. Глава региона выразил надежду, что благодаря принятым мерам ограничительный режим будет смягчаться.